Есть место на земле одно, от праздных взоров спрятано оно. Попасть туда хоть раз мечтает каждый, но сделать это сможет только тот, кто сердцем верит в сказку. И однажды в страну волшебную он непременно попадет. Дедушка, у нас гости. О, здравствуй, Сашенька. Красавица моя, добро пожаловать. Рад тебя видеть в моей мастерской. Тут-то я и работаю круглый год. Как хорошо, что добралась ты до меня в этот чудесный зимний праздник. Ох, и большая ты стала! Каждый год радуешь Дедушку Мороза. И я тебя порадую сегодня. Дедушка! Ах, да! Мы же шары украшаем для елки новогодней. Какая красота! Вот бы мне такую штуковину. Осторожно! Сила в моем посохе несметная кроется. И в лед все превращается, что до него дотронется. Ого! Надо осторожней быть с этими волшебными штучками. Так, на чем мы остановились? Ах, да! Вспомнил! Я же хотел показать тебе всю свою мастерскую. Настало волшебное время чудес. И пора узнать, как делаются подарки для всех детишек мира. Чтобы ты не заблудилась, снежный путь я наколдую и пущу волшебный поезд. Он мчит тебя в мастерскую. А чтобы было веселее, дам тебе проводника. С этой пташкой не до скуки будет вам наверняка. Здравствуй, Дедушка Мороз! Хей, привет! Что будем делать? Я готов весь день летать! А тебе, Снегирь, задача гостье нашей мастерскую показать. С удовольствием! Ю-ху! Ну что же, веселого тебе приключения! В путь дорогу! Поехали! Я лучший помощник Деда Мороза! Со мной не пропадешь! Я тебе все покажу! С утра до ночи тук-тук-тук, молоточков слышен звук. Здесь вовсю кипит работа, ведь одна у всех забота – смастерить игрушек воз. Так велел сам Дед Мороз. Мы, ребята, хоть куда, на все руки мастера. Режем, пилим, чиним, клеим, смастерить мы все сумеем. Если что пойдет не так, то для нас это пустяк. Все исправить сможем дружно, помогать друг другу нужно. Хоть работы очень много, все должны успеть мы к сроку. А это что за странная кукла деревянная? Кукла эта непростая. Одну раскроешь, там другая. Открыв их всех, дойдешь до самой крошки. Зовут их русские матрешки. Приятно познакомиться, я Снегирь. А что это вы там прячете? Загадаю вам загадку, а за ширмой той отгадка. Вместо шапки звездочка, а на платье блесточки. Вся зеленая в иголках, что же это? Елка!
покидаем мастерскую и летим скорее в другую, в царство радужного цвета, где нас ждет кусочек лета. Подарки будут готовы. Куклы, машинки, мишки и совы. В пункт сортировки они попадают, где их по детским письмам сверяют. Делать это нужно внимательно. Все отобрать и проверить старательно, чтобы каждый маленький житель Земли подарок свой получил обязательно. А там что такое? Чем это ты занимаешься? Я подарки сортирую. А как это? Одни подарки девочкам, а другие мальчикам. А можно я тоже попробую? Ну, попробуй. Кому подойдет этот подарок? Даже не знаю. Кто любит с куклами играть, стричь волосы, косички заплетать? Девочки! Правильно! А у кого любимая игра? Футбол. А также карате, хоккей и баскетбол. У мальчиков. О, правильно. О, а это поезд за нами. Пока, заяц. До свидания. С Новым годом вас. Ю-ху! Вот это поездочка. Тихо, тихо, Снегирь. Успокойся. Вижу я, приключение ваше было интересным. Теперь ты знаешь все секреты Дедушки Мороза. А как Снегирь себя вел? Как он экскурсию для тебя провел? Да я везде летал. Всю мастерскую наши гости показал. И, если честно, даже сам устал. Присяду-ка отдохну. Осторожно! Эх, предупреждал же я, нельзя посоха моего касаться. Вот что бывает, если Дедушку Мороза не слушаться. Но ты не переживай, внучка, спасем мы это горе луковое. Для этого мне нужна твоя помощь. Нам с тобой надо вместе сильно-сильно подуть в мои ладони, и тогда Снегирь оживет. Приготовься.
Набери воздуха и дуем. Попробуем еще раз. Подойди ко мне поближе, набери побольше воздуха и вместе дуем. Получилось! Ух ты! Тимка, я еще ни разу не был! Спасибо тебе, что спасла меня! Ура! Какой же у нас снегирь задорный! Спасибо, Пашенька! Помощница моя! Не оставила в беде мою птичку! Теперь я всегда могу на тебя положиться! Ты ведь не подведешь Дедушку Мороза! Настало время сказку завершать! И напоследок хочу я пожелать, чтобы грядущий Новый год прошел без бед и без забот. А чтоб сбывалось это в раз, послушать нужно мой наказ. Если хочешь быть здоровой, бодрой быть и быть веселой, нужно много каши кушать и, конечно, взрослых слушать. Чаще нужно улыбаться, не лениться и стараться делать много добрых дел, чтобы я их углядел. Ну а сейчас пора прощаться. С Новым годом тебя, Дашенька! До свидания!